Всем привет! Такая жара у нас в Сергаче. Утром так, ночью плюс 20-21. Сейчас поднимается до плюс 36-37 опять. Утро, 8:30 утра, суббота. Короче, еду сдавать аккумуляторы. Сейчас покажу. Цвет мед. Вот столько загрузил аккумуляторов. Ну, короче, здесь из бесперебойников на 12 вольт. Всякие разные. Аккумуляторы, значит, сдам по весу. Тут один принимает за 50 рублей за один аккумулятор. 7-амперник. Эти не знают, маленькие. Почем? За 50 рублей. А тут я узнал, что, короче, их по весу сдают. Вот, и оказывается, он получается больше 50 рублей. Где-то рублей 70, что ли. Может быть, чуть побольше. Вот так вот, один аккумулятор. Ну, короче, в среднем аккумулятор весит... Сейчас я покажу бумажку. Здесь нагрузил. Вот здесь еще, короче, в пакете аккумуляторы. Здесь я все расчеты сделал. Все подсчитал, рассчитал. Сейчас сверимся с весовой категорией на самой базе. Ну, такая вот. Короче, маленький аккумулятор. Это вот этот вот. Вот он весит. Видите, сколько? Три аккумулятора. 464 грамма, 487, 566, 3 штуки. Ну, это и того, сколько там килограмм с чем-то получается. Средний аккумулятор. Вот, значит, 1 килограмм. 402 грамма. Средний это у нас, короче, такой же вот, такой же, но половинка. 4,5 ампера. Эх, блин. Упало. Ну ладно, сейчас достанем. Так, и большие аккумуляторы. Это вот эти вот, 7-амперники. Вот их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Ну и тут вес у них написан вот 1,8 килограмм, 1,6 килограмма. 1 килограмм 814, ну, в основном 2 килограмм приближается. Но один аккумулятор, вот, вот эта позиция, вот. Вот. Меня удивило, 2 килограмма 214 граммов. Все по 1 килограмму с лишним, а этот получается 2. Ну, я посмотрел, там у него марка не Security, не Optimus, не там Town Power как-нибудь, я не знаю, какой-то другой название. И он вот увесит 2 килограмма. Итого вот получается. Здесь 5, 5, 5, 3 килограмма. Итого вот 16 килограмм. 374 грамма у меня получилось. Ну, как там сказали, 1 килограмм весит 45 рублей. Сейчас посмотрим. Я там подсчитал, где-то выходит на 700 с лишним рублей, что ли. 730, что ли, где-то так. Сейчас сверимся по его весам. Что будет замерять, интересно. Так, ради интереса. Блин, эта дверка упала. Черт побери. Ай, двигатель горячий. Вот здесь свеча такая вот маленькая. Заизолировал я ее изолентой чуть-чуть. Вот так вроде держится более-менее. Ну, тут, короче, ползащиты нет уже. 12 лет скутеру. Так, ладно, все, закрываем. Едем дальше.